О существовании Олимпийской аллеи славы знали не так уж и много рязанцев, но, видимо, другие предпочли об этом месте просто забыть. Сейчас все здесь завалено мусором. Татьяна Сарачева – двукратная олимпийская чемпионка по волейболу. Дерево-посаженная спортсменка находится всего в нескольких шагах от мусора, который скопился рядом с аллеей Олимпийской славы. И так по всей длине аллеи. Рязанцы гуляют рядом, на площадке играют дети и всего в нескольких шагах от появившейся свалки. Дмитрий гуляет здесь с ребенком. Говорит, что уже устал от этого мусора. С детьми гулять вообще очень сложно. Подбирают все и в рот. У нас весь город засыпан мусором. Везде мусор. Очень грязный город. Вот, поэтому мы отсюда уезжаем. Местные жители рассказали, что не первый год пытаются добиться очистки свалки. Они добавили, что ее устраивают владельцы частных домов на улице Свободы. Мусор неоднократно убирают волонтеры. Да и во время субботников территорию порой не обходят стороной. Вот только получается, что те, кто никогда не ссорят, убирают за теми, кто мусорит постоянно. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».